Сегодня 24-й Илья Раменди и 14-й Хаби Алонсо. Рядом с ними Иску под 23-м номером, все-таки в испанской премьере. Но пока у нас Криштиану Роналду с Google Eye или без Google Eye, это видно. Криштиану Роналду не забивает первый голевой момент. Сбив дыхание. Хорошая атака у Реала получилась. Нет никакого офсайда. Здорово разобрался Бейл. И Роналду не использовал очень хороший момент в самом начале этой игры. По индивидуальной программе он приступил не вчера, в общем, какое-то время уже прошло. Главное, что он сегодня в заявке. Он уже в том состоянии, когда можно играть, а Реал вполне может пропустить. Дани Парехо прощает Мадрид. Вот еще раз этот момент. Подача с края. Это, кстати, Фигули. И удар. Раньше говорили так про, ну, такая вот фраза, быть вратарем Барселоны, да, теперь вот про Реал так вполне можно говорить. Диего сегодня вступает в игру два раза и два раза спасает свою команду, а на третий раз не в состоянии, потому что Жереми Матье после первого углового Валенсии отправляет мяч в ворота Реала. 1-0 Валенсия. И снова Валенсия очень продуктивно свои шансы реализует. Ну, Варан держит здесь Жереми Матье за все части тела, кроме головы, которой он играет, может быть, лучше, чем всеми остальными. Ну и, как говорится, удар между ушами. Диего Лопесу 1-0. Достаточно неожиданно по первому тайму, но кому это интересно? Валенсия выходит вперед. Она реализовала один из трех своих ударов по воротам. Дани Парехо выполняет подачу. Опасно! Если бы со второго серьезного стандарта мяч летел в ворота Реала. Не на кого. Иско. Иско сохранил мяч для своих. Марсело. Снова Иско. Криштиану уже в центре штрафной. Снова Иско. Удар по воротам. Мимо. Вот как гол вскрывает игру. И несмотря на то, что гол у нас состоялся 10 минут назад, даже 25, потому что был перерыв. Сейчас игра действительно обретает вот это движение туда-сюда. Парехо, и здесь снова Валенсия нанесла удар. Матье был рядом, но бил не он. И Диего Лопес здорово сыграл, вытянув руку. Фигули. В чемпионской гонке Барселону. Конечно, тут слишком много всяких «но» и «ах». Подача, Роналду, скидка, гол! Серхио Рамос, 1-1. 59-я минута игры, первый мяч забит. Рамос показывает, что еще не время нас хоронить, и мы еще поживем. Но мы летаем вратарской, и оттуда головой Серхио Рамос мяч в ворота отправляет. Рамос разыгрался. Рамос, забивающий в двух матчах подряд, одним из которых был полуфинал Лиги Чемпионов, и где он сделал дубль, уже, как говорится, неплохо. Но и здесь гол. Породистый мяч, правда? 1-1. Все-таки опыт, конечно, это штука, которую нельзя взвесить. Она просто есть или нет. Расстрел в штрафную. Опасно! Гол! Дани Парехо! Он пишет счет в пользу своей команды. На табло сейчас скорее представлен Жуао Перейра. 2-1. Валенсия второй раз в матче выходит вперед. На Реалу идти вперед и забивать. Здорово сыграл Фигули. Просто классно сохранил здесь мяч. Помог рикошет. Это все уже отговорки. Это не важно. Абсолютно главное, что мяч в воротах. Дани Парехо. Удар в касание с левой ноги. И самый дорогой в мире подкат в исполнении Гаррета Бейла. Ничего здесь не меняет. 2-1. Валенсия снова в лидерах. 25 минут играть. А может быть, это и не театр. А может быть, это что-то другое. Что за жанр у этой игры, нам еще, наверное, предстоит узнать. Роналду.
Сотый гол Реала. По 6 минут. Пас вперед на Моратту. Подбор забирает Ди Мария. Есть Хаби Алонсо в центре. Следует передача налево. Криштиану Роналду режет угол. Входит в штрафную. Подставляется под плечо соперника и падает в надежде на пенальти. Судья показывает, что нужно вставать и продолжать игру. Пенальти не будет. Должно быть что-то более однозначное для того, чтобы судья в такой игре в концовке матча поставил на точку. Ну, здесь все очевидно. Да, Криштиану ждал этого контакта, он его дождался, он упал. Но назвать это нарушением правил, чтобы за это дать пенальти, это перебор. Подача Карвахаля. Ди Мария. Наброс, еще один удар. Гол! Сотый гол в чемпионате. Криштиану Роналду забивает шипами своих бутс. Фантастика! Вот это да! Реал дожал Валенсию в самой концовке. Анхель Ди Мария забрасывает мяч в штрафную. И посмотрите, что делает Роналду. Когда он забивал Малаги, 8-й или 9-й матч, мяч в игре, это было никому не интересно. А здесь вот так, с разворота копытом в ворота отправит мяч. Это, конечно, что-то с чем-то. 2-2. Реал Мадрид, Валенсия. Игра еще не закончена. 2,5 минуты играть.